никому не нужный блог. Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. Сегодня произошло чудо. Меня взяли в рок-группу. Старый соратник по метал-сцене Антоха из Idle Gear попросил снять клип для своей группы, и в процессе всех этих разговоров, переговоров, мы поняли, что я просто могу там поиграть на второй гитаре. Это чисто такой студийный классный проект. И сейчас я еду первый раз на репу, чтобы отрепетировать песню, которую будем снимать. И я даже не знаю, что там за музыканты, знаю, что там певец Олежа, который очень-очень круто поет, именно поэтому я согласился вообще принимать во всем этом участие. Но не только поэтому, а еще, чтобы вспомнить молодость, растрясти булки, поиграть жирнейших рифаков на тяжелых гитарах через мощные усилки. На самом деле, давненько этим не занимался, руки уже подзабыли все, чуть-чуть потренькал дома, собрал педалбордик, настроил старую металлическую гитару и готов ворваться на драгоценный красный треугольник. Я надеюсь, будет веселый выпуск, потому что это просто вау какая-то, вообще какой-то сгусток новых ощущений непонятных. Поиграть в группе, поснимать клип, как играешь в группе, это то, в общем, чем хотелось заниматься. Серега, не ссать, наш drum and bass — это one love, это пусечка-заечка, это вообще святое. Наш drum and bass. Ну да, мы же пишем супер драм-н-бейс альбом, но вы узнаете все, когда настанет время. Как бы сказал наш отечественный серый кардинал южной сцены Коля Снежко, по южнику. Коля, с тебя релиз, кстати. Материал там. Вот он, любимый и дорогой красный треугольник. Тут студийка формат, вон она. Вывеска, не знаю, работает или нет, но это первая репточка, которую я посетил на красном треугольнике. Вова, привет. Очень скучаю. 36-й корпус, вот он. Там на третьем этаже Black Line, окна сейчас не горят. Там было вот это. Там на 6-м этаже октава, там лучше вообще не вспоминать, что было. Изобилие сумок. Привет. Вот все, что я тебе скинул, записали на Reddit. Класс, ну там, значит, хорошая студия. Ну, мы сводились, правда, у этих, у... Ну, как их? В Оренбурге который. Короче, в Оренбурге есть задорный чувак, Холи Тим, который. И я так понял, он в свое время хорошо вложился то ли в крипту, то ли еще куда-то. Ага. И заплатил себе студию на много миллионов рублей в Оренбурге. И там, знаешь, все аналоговое, куча... Как она, пуховый платок называется? Да, все. Поверь мне, не первая шутка про платки, которую я слышал. Привет. Привет, Саша. Никита. Я ушел от вас. Да. Чуть попозже будет. Зарабатывай. Брикушки. Что брикушки? Полегче, полегче. Я вижу, что блог снимаю, надоедаю людям, камеры в лицо тыщу. Я вообще отвратительный человек. Саша. Здорово. Вот и группа. Пришла. Ту-ту-ру-ту. Да. Вообще как и не бывало. Вообще, раз. А вот они, герои нашего времени. О, смотри, смотри. Как группа-то называется? Шлёп. Такая вот репа, вот такие вот ребята. На самом деле очень кайфово было поиграть. Прям вообще приятно.
И рифаки такие жирные. А кого встретил? Димон, повелитель тьмы. Свет грузишь? Ага. Угу. А, шибра. Здорово. Да я просто так. Чё, как? Все хорошо. Ну все, ребят, что, пока.